Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре новая гоночная игра под названием Racing Extreme 2. Это, ребята, драг рейсинг на бигфутах, это очень круто. Ну что, давайте уже разбираться. Также не забываем то, что игра находится в разработке, это бета-версия, и она набирает популярность, потому что эта игра от популярного разработчика. Ну что, я вижу настройки, давайте посмотрим, что у нас тут. А здесь, ребята, нету ничего интересного, поэтому давайте уже разбираться дальше. Это, получается, улучшение для нашего бигфута, да, чтобы он был мощнее. Ясненько, с этим мы тоже уже разобрались. Так, это настройка нашего Бигфута. Вот, посмотрите, пока что у меня вот такая вот собака Бигфут. Это я его купил, получается, в начале игры, когда проходил тренировку. У меня был выбор, какой купить. Но почему-то мне понравился этот вот Бигфут собака. Дальше, и вот. Это, получается, как бы наш автосалон, где мы можем покупать этих бигфутов. Здесь их очень много, посмотрите, это как бы, знаете, сезоны, по которым делятся эти машины, что ли. Вот, посмотрите. Так, ясненько, давайте дальше посмотрим. Давайте здесь посмотрим. Ну, понятненько, крутые бигфуты. Но все равно, ребята, сейчас мы будем гонять только на моем бигфуте. Вот, это, получается, мой гараж, где я могу поменять, что я могу. А ничего я, ребята, не смогу здесь сделать. Я думаю, я цвет могу менять, но что-то я здесь не могу его поменять. Ну ладно, я думаю, что это совсем не важно. Давайте нажмем на рейс и уже погоняем. Здесь также снова же очень много режимов, где вы сможете играть. Вот какой-то механик у нас есть, да? Типа что-то насчет улучшения. Но все же, давайте уже будем гнать. Нажимаем на Go Race. Это наши соперники. Игра работает без интернета. Это боты. Так, ну что, сейчас погоним. Вот педалька газа, сейчас мы будем на нее нажимать, но снова же, ребята, мы должны нажать и на завести как бы мотор. Вот, ребята, красная кнопочка старт. Ну что, погнали? Отчет времени и нажимаем на кнопочку и все, ребята, гоним, держим педальку. Теперь мы отпускаем. Нужно это, ребята, все делать тогда, когда горит зеленая кнопочка. И тогда у вас все будет получаться суперски. А также в начале игры имеется тренировка, чтобы показать вам, как это все происходит. Но я уже ее прошел, теперь уже играю полноценно, без каких-либо помощников. Ну что, я выиграл. Как видите, без проблем, моя собака Бигфут делает всех. Так, здесь у нас награда, ясненько, нифига себе, сколько много денег сразу дали, ясненько. Нажимаем на рейс и погнали снова же. Здесь нам говорят, чтобы мы должны улучшить наш Бигфут. Ну, давайте поучаем, почему бы нет. Здесь я за бесплатно. Вот, давайте еще и еще. А, нет, все, у меня денег нет. А, вот, давайте это улучшим. Вот теперь... А, нет, я думаю, у меня деньги не кончились. У меня еще есть. Так, все, я больше ничего не смогу взять. А вот, я смогу, ребята, взять. Это последнее, что я могу сейчас улучшить. Все, возвращаемся назад и снова же нажимаем на Go Race и снова же погнали. Я думаю, сейчас мы на этой картине и с вами будем прощаться и доедем до финиша первым. Ну что, ребята, а также попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну что, погнали и сейчас будем по пути с вами прощаться. Газуем и нажимаем на красную кнопочку. Вот, перфект, просто, ребята, перфект. Погнали. Ну что, это все, и всем спасибо за просмотр. До скорой встречи, пока. Я не первый приехал.